Всем привет, друзья! Сегодня я хочу вам представить обзор на модель Corsair от фирмы Italeri в 72 масштабе. Первое, что у нас, это мягкая коробка. Так, тут у нас написан состав коробки. Это декаль, прозрачные детали, литники. Все. Далее у нас варианты. Даны два варианта коробки, два варианта самолета, сборки самолета. Посмотрим, что внутри. Так, все. У нас инструкция. Один пакет с двумя литниками. Эту модель я еще не открывал. Будем смотреть с вами вместе. Хочу сказать большое спасибо интернет-магазину Edward.ru за предоставленную модель для обзора. Модель, я еще раз скажу, у нас Corsair от фирмы Italeri в 72 масштабе. Ну, начнем с инструкции. Инструкция у нас выполнена в виде одного листа. Такая. В конце видео будет фото всех этапов по инструкции. Так, тут у нас указаны, значит, фотографии, сделаны зарисовки литников, детали, которые используются. Далее идет у нас первый шаг, это сборка кабины пилота, сборка фюзеляжа, сборка крыльев. Установка крыльев к фюзеляжу, установка винтов, установка вооружения, вооружение и стоек к оси. Так, дальше переворачиваем нашу инструкцию, мы видим, у нас получается также установка вооружения идет на него, и у нас здесь получается три варианта даны сборки. Это вот у нас версия такая, версия на 1953 год Корея и версия на 1952 год Корея. В конце видео вы еще раз увидите эту инструкцию. Далее у нас декаль. Так. Литник с прозрачными деталями. Так, у нас получается на литнике две детали остекления. Остекление прозрачное, расслоения пластика нету. Все замечательно. Далее у нас обзор на литники. В наборе у нас два литника. Синий пластик синего цвета. С данной моделью, с данной фирмой еще не сталкивался, поэтому про пластик я ничего не скажу, как он в работе, в обработке и прочем. Ну, потом по ходу сборки буду в группе выкладывать процесс и буду вам рассказывать. Фотографии детальные также увидите в конце видео. Здесь у нас получается литник с фюзеляжем, вооружением, шасси. Облоя нету. Следы толкателей находятся внутри. Кабина пилота пролита достаточно качественно, что очень радует. Приборная панель также. Приборы, конечно, не детализированы, но мне кажется, это очень, все равно не, очень неплохо пролито и сделано. Далее у нас литник с крыльями. Крылья по крыльям тоже, никаких нареканий тут нету. Следы толкателя у нас находятся внутри. Вот, облоя у нас не замечено. Ну, тут отверстия под вооружение, их придется рассверлить. То есть какие-то у нас уже нормально сделаны, просверлены, а какие-то придется просверлить. Но это по установке вооружения. Потом уже решу, какое буду ставить. И все. Ну, на данный момент данная модель вызвала пока только очень положительное впечатление.
по качеству сборки, по стыковке, и еще пока посмотрю, обзора не смотрел, поэтому буду только на своем опыте, вам потом все расскажу. Еще раз хочу сказать спасибо магазину Edward Ru за предоставленную модель для обзора. Всем спасибо за внимание, ожидайте наших следующих обзоров.